В Волгограде на базе спортивного комплекса «Зенит» состоялся летний фестиваль комплекса ГТО среди учащихся школ региона. Турнир включал в себя все традиционные дисциплины, то есть бег, прыжок в длину с места, отжимания и так далее. Примечательно, что во время фестиваля лил дождь и дул сильный ветер, однако спортсмены были готовы состязаться при любых погодных условиях. Это очень отрадно видеть, что молодежь все больше и больше приобщается к комплексу ГТО, потому что это здоровье, это воспитание нашего поколения. Фестиваль стал рекордным по посещаемости. В турнире состязались 37 команд со всего региона. Я сегодня отжалась 69 раз. Я занимаюсь спортивным видом, спортивной аэробикой. Команда очень собранная, работаем в коллективе. По итогам турнира победителями стали представители Кировского района Волгограда. Второе место добыли городищенские спортсмены. Бронзу получили школьники из Алексеевского района. В дальнейшем, исходя из результатов летнего фестиваля, будет сформирована сборная Волгоградской области, которая представит регион уже на всероссийских соревнованиях. Они пройдут в сентябре на базе Международного детского центра «Артек». Игорь Ячменев, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1».